Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и сегодня мы, ребята, поиграем с вами в свеженькую игру, которая только-только вышла, которая называется Cats. Ну что ж, давайте приступим. Смотришь мировой чемпионат? Мечтаешь когда-нибудь принять участие? Я знаю, что пропустил твой день рождения, но лучше поздно, чем никогда. С днем рождения, Рэй. Чего хмуришься? Не рад видеть своего дядю Тони. О, здравствуй, дядя Тони. Я не знал, что это ты. Извини, что не был рядом все эти годы. Я задолжал серьезным людям. Мне пришлось залечь на дно. Я очень рад. Ну ладно, открывай контейнер. Да с удовольствием. Ой! Тачка, спасибо тебе, дядя Тони. Поздравляю с твоей первой боевой машиной. Да ты шутишь, наверное, Тони. Давай установим ракетницу. А вот это уже получше, вот это уже радует меня. Это и есть твоя ракетница, Тони? Это какая-то пукалка, я бы так сказал. Так, что ты мне предлагаешь? Продолжить, да? Быстрый бой. Чего ты ждешь? Залезай. Ага, вот и я. Тебе идет. Давай попробуем выиграть новые детали для твоей машины. С удовольствием, с превеликим. Так, помни, ты не управляешь машиной, она сражается автоматически. Твоя задача как инженера — построить лучшую боевую машину. Угу. Замечательно, давайте посмотрим, что у меня из этого получится. О, братишка, да ты попал, я смотрю. Фух, неуклюженький ты оказался. Дженель Лонес. Ну и название, братишка, было. Серия побед. Твоя машина победила. Отличное начало карьеры. Забирай свой ящик. Первый ящик с деталями. Они тебе очень пригодятся. Да, я очень рад этому. И давайте, ребята, посмотрим, что они мне предлагают. Ящики с деталями хорошо запечатаны. И на их открытие нужны инструменты. Какие? Обычный ящик. Но с хорошими инструментами можно ускорить открытие. В этот раз возьму расходы на себя. Открыть бесплатно. Так, и что же нам этот ящичек преподаст? Ух ты, проныра. 20% к ракетнице. Недурно. Жало. Угу, просто жало. Ракетница. Замечательно. Титан. Ага, спасибо тебе большое, дядюшка Тони. Отличный улов. Продолжай побеждать в быстрых боях и получать ящики. Загляни в гараж и попробуй какую-нибудь из новых деталей редактировать. Ну, давайте, ребятушки, с вами попробуем что-нибудь отредактировать. Не знаю, что, конечно, тут лучше. Тут 20% к урону. Тут у нас непонятно что. Жало и так далее и тому подобное. А сейчас у меня стоит только ракетница. И я могу установить только ракетницу. Странно. А если я вот эту возьму тарантайку? И, например, вот это. Как она сюда крепится? Как она крепится? Ну, давайте жало попробуем. Ага, жало. А ракетницу куда? Так, черт подери, у меня только одно, по ходу дела, отверстие для оружия. Давайте вот это попробуем, вроде как два. Так, ну, ракетница, давай сюда. Ага, плюс 7 к атаке. А вот это-то для чего? Куда втыкать-то? Что надо? Что надо сюда воткнуть, чтобы у меня было еще одно орудие? Непонятно, ребята. Ну, тут тоже два орудия. Два отверстия для орудия. Смысл тогда менять не вижу. Колесико. Ага, 10 к живучести. Ну что ж, давайте поставим по колесику. Не будет же он у меня без колес ездить. Так, и что в результате? В результате у меня получилась машинка с ракетницей. А жало... Блин, жало я не хочу ставить. Да, проблема. Ну-ка, давайте вот эту. Ага, вот она как ставится. Плюс 2 к урону. Итого у меня 90 жизней, 9 к атаке и 5 из 7 каких-то молний. Подожди, у меня есть кое-что для тебя. Возьми эту наклейку, она сделает твою машину особенной. Я выбираю кошечку, естественно. Давайте выберем и наклеим ее. Ага, вот она. Так, давайте ее в передочек, вот сюда. Отличненько смотрится, выглядит отлично. Жду не дождусь увидеть твою машину в бою. Дядя Тони, я сам с удовольствием и с нетерпением этого жду. Так, ну-кася, серия побед. Приступаем, поехали. Ой-ой-ой-ой, хорош, хорош. Угомонись, пожалуйста, со своей ракетницей. Но, по-моему, я победю. Побежду, смогу победить. Вот так-то будет лучше, черный котик. Серия побед, и я получил ничего. Я абсолютно ничего не получил, просто получил серию побед. Ну, ладушки, давайте приступим ко второму быстрому бою. Ой-ой-ой-ой, ребят.
Ой, это что ты там, что за выкрутасы ты вытворяешь? О, ну извини, братишка, что твое жало не достает до меня. Это что такое? Это что такое? Опа! Его разбило стеной. Замечательно. Игра очень-очень интересная, очень увлекательная, озорная, забавная. Хочешь попасть в телевизор и сражаться в финале? И я записал тебя на первый этап чемпионата. Спасибо, дядя Тони. И что мне нужно сделать? Тебе нужно будет одержать победу в 23 этапах, чтобы дойти до финала. Ух, красота! Карбоновые детали. Не сомневаюсь, что у тебя все получится. И ты станешь звездой. Ну, давай вернемся к первому этапу. Спасибо, ты меня расстроил, Тони. Но делать нечего. Это ты. Ты участвуешь в соревновании. Спасибо. Есть несколько способов победить в этом этапе. Давай попробуем одержать победу над врагом. Битва против всех. Сразитесь против всех. Ага, один за другим. Ну, попробуем. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то моя тачечка тут слабовато, ребята. По-моему, я тут профукал. Да, видимо, я профукал, и меня еще и раздавило стеной. Ой, это что такое? Это что за коробка? Ну, это, видимо, гробик уже для готового персонажа. Вот так вот. Отличненько. Первая победа у меня есть. Ух ты, очередная плюшечка. Ну-кася, вот так красота. А это у нас кто такой? А я смотрю, такая же машинка, как у меня, но, к сожалению, ребята, она без колесиков, и поэтому ей суждено погибнуть. Так оно и есть. Итого у меня 3 победы. Так, вы мгновенно перешли на следующий этап. Замечательно. И что мне это дает? Поздравляю с первой победой в этом чемпионате. Вы перешли на этап 2. Неплохо. И что мне это дает? Доступные детали. Трехзвездочные. Вы разблокировали более мощные детали. Выберите наклейку. Сердечко возьмем. И супер ящик. Нажмите, чтобы открыть. Валун. Ну, так себе. Проныра. Ну, вроде бы неплохо. Дрель. Такая у меня, кажется, есть. Ролик. Непонятная деталь. Титан. Башенка. Классика. Как-то не ахти. Ковш. Жаль, не экскаваторный. И Бигфут. Это колесо. Собрать награду, естественно. Так, и что нам теперь делать? Что нам делать? Ты наверняка хочешь попробовать свои силы в новом этапе. Но давай сначала улучшим твою машину. Ты можешь улучшить свои любимые детали, вливая в них ненужные. Как интересно, я буду в них вливать ненужные, а? Так, редактировать. Ну, нажимаем. Выбери деталь, которую хочешь улучшить. Ну, например, я хочу улучшить вот этот вот свою пилу. Потом влей в нее другую деталь. Ну, давай возьмем колесико это и... Так, оно не вливается. Что такое? А, надо перенести вот сюда. Отлично, понятно. И что произошло? Все путем, продолжай вливать и улучшай детали. И что мне это дает, Тони? Я не понял. Так, ну у меня, например, 2 ракетницы. Что мне с ними делать? Ну, влил. Ага, ребята, у меня повысилась атака. Замечательно. Ну, давайте вольем дрель. И ничего не произошло ровным счетом. Здорово просто. Нет, ковш мне пригодится, наверняка. И вот это, наверное, колесико я поставлю. И вот это валун. Валун почему-то не хочет ставиться. Куда он нужен? Так, слушайте, какая-то неказистая машинка у меня получилась. Давайте перевернем немножко. Вот так вот все, наоборот. Опять какая-то неказистая. Ну да ладно. И что же я могу еще сделать? В корпус могу влить, да, получается? Ну давайте вольем, например, дрель. Вот эту вот. Но нельзя влить деталь в саму в себя. Ты как это понимать? Я вроде бы хотел влить ее в корпус. Так, ну давай валун этот. Опа, и что? И опять же ничего. Дядя Тони, ты меня, по-моему, обманул. Разводишь меня на детали. Ага, ну тут я вижу, что пополнились у меня хпшки. Так. А вот давайте вот это вольем тоже. Что дает? И ничего абсолютно. Жаль, очень жаль. Потратил 2 детали, считай, впустую. Для чего? Так, ну а что если мы на эту деталь повесим наклеечку и приделаем колесики? Как-то она смотрится не ахти. Но можно просто посмотреть. Какая-то нелепость, а? Она же нырнет у меня вперед носом. Ведь так? А если я еще эту пилу поставлю, то это вообще какой-то ужас получается у нас. Почему она сзади? И ракетницу я не могу влепить. Да, странно, конечно, все это. Ну да ладно. Так,
А что, если я выйду вообще отсюда, а? Что будет? Так, повысить уровень... повысить уровень что-то. Я вижу, ты получил свою первую супердеталь. Неплохо. У меня есть знакомый, который может превратить любую деталь в суперскую. Все, что нужно, это сделать ставку. Сделать ставку. Ну, давай. Ставка. Это предстоящий бой. Как думаешь, кто из них победит? Выбери одного из игроков и поставь на него свою деталь. Если игрок выиграет, ты получишь бонус с деталью. Я выбираю с пилой, с бензопилой, и я думаю, что он победит. 3%... так, 3% бонуса получается, да? Ну, давайте сделаем так. И деталь я вот эту, наверное, волью. Хотя мне хотелось бы немножко другую, ну да бог с ним. Давайте проверим. Да, я подтверждаю, что хочу именно эту деталь установить. Так, и что же теперь? Так, время идет. Идут секунды на отсчет. И получается, что... А, смотрите, всего ставок... Ух, сколько! Я поставил на наименьшее, да? 407. Ну, давайте глянем, что из этого выйдет. Wolfhunter 92. Это мой фаворит. Так, он с пилой, а тот с дрелями. Ух ты, ух ты, ух ты, как он его... Ой-ой-ой-ой, вот этого не надо, не надо, не надо его перекатывать. Что ты делаешь-то? Ой, он еще и наехал на это. Опа! Ребята, он его размозжил о стену с пилами. Замечательно, значит получается, что он выигрывает, и я получаю бонус свой, 3%. Просто шикарно. Так, я могу, значит, еще делать ставки, но это будет уже через 4,5 минуты. Это очень долго. Не знаю, стоит ли ждать этого времени, но давайте просто сделаем классику, да? Вот так вот мы сделаем. И, наверное, на этом все. Больше мы ничего здесь... Да, я уверен, что хочу, но не уверен, что я хочу ждать столько времени. Это 4 целых минуты. Это очень долго. Долго, я вам говорю. Так, ладно. А что мы еще можем здесь сделать? Ага, у вас есть две этих. Я могу улучшить больше монет из ящиков с деталями. Конечно, я хочу улучшить именно этот бонус. Ну что же, теперь мы получаем не 10, а 20%. Это замечательно. Так, и тут еще смотрите, сколько здесь елки-палки этих апгрейдов. Великолепно. Думаю, игра получится славной. Так, и что же теперь? Серия побед. 3. Так, битва. Это я что, поеду сейчас на своей тарантачке, которая у меня неказистая? Ну, давайте глянем. Ёлки-палки, да что за бред? Это что за бред у меня? Действительно бред, ребята. Моя пила сзади, она даже не достает ни до кого. Как так можно играть, я не понимаю. Нет, ну это бред. А как, а когда закончится мой бой? Ядрить твою на корень, а? Да вы смотрите, что тут творится. Просто нелепость. Да, машинку, конечно, я собрал, что надо. Сразу видно, гений-инженер, блин. Так, у него хоть и без колес, но зато с ковшом, и он меня побеждает. Да, замечательно. Ядрить твою на корень. Да как же отсюда, как же выйти-ка? А, нет, смотрите, этого я должен расколбасить. И то по чистой случайности. Его разбило стеной. Ладно, ух ты. Да, я думал, сейчас я его побежу. Как же, победил. Он хоть и упал, но все равно меня колбасит. А я достать не могу, потому что моя пила почему-то находится сзади. Ой-ой-ой, ребят, ну это полный фарш. Это полный фаршмак получается. Неказисто все это у меня вышло. Ёлки ты палки, да как же так, в сухую, ёлки. 10-й бой, да ну нафиг. Нет, я хочу выйти из этого, извините, издевательства. Вот это я собрал себе машину, а? Нет, ну это... Видели? Вы день такой видели, блин? Издевательство! Первый мой опыт, и как обычно получился... Ох, ну наконец-то я вышел. Я получил всего лишь одну медальку. Ну, хоть можно выходить, и то ладно. Так, ребят, я хочу, конечно же, изменить эту машину. Не нравится она мне. Вы сами видели, что получился полный бред. Так, давайте поставим колесо. Может быть, я зря, конечно, большие ставлю и маленькие. Какой-то, как сказать, дисбаланс получается. Ну, и давайте попробуем вот так. Ну, вот так-то она должна победить. Пила спереди. Колеса все нормально. Так, ну что, давайте смотреть, что у меня из этого получится. Так, детали на кону 1. Я ничего не ставил, но... Так, это я понял, что тут сразится, но... Да какого лешего-то, ядрить твой на корень, да ну нафиг. Они что, издеваются надо мной? Алекс Ти. Так. Нет, я его зажал, а он все равно меня бомбит.
Блин, вот фигня. Так, смотрите, у меня хоть и хп-шек больше, но у него атака-то сильнее получается. И опять я здесь продул, ребята, ну что такое-то? Алекс, ты, видите ли, перешел на следующий этап, а я тут сижу балдею. Блин, нет, меня это вообще не устраивает. Давайте еще раз поменяем машину. Это что за нефортуна такая, блин? Так, вот, давайте я оставлю ракетницу, поставлю наклеечку и вперед. Посмотрим, что у меня из этого получится. Ну, я думаю, должно быть что-то хорошее получится, да? Так, вот давайте колесико сюда. И, наверное, колесико сюда. Пускай будут практически одинаковые. И ракетницу, вот так. Вот это вот будет, наверное, самое то, что надо. Да, мини-компактная машинка получилась у меня. Угу. И давайте теперь смотреть. Ой, братиша, а ты попал. Твои снарядики-то пролетают мимо. Вот так-то вот тебе. И я его разбомбил. Замечательно. Одну получил. Так, хорош, хорош, хорош. Да вы посмотрите, что делает его циркулярка. Просто за три удара он меня снес. Нет, это никуда не годится. Да хорош, ну, хорош МХД, Мухаммед, хорош, а я тебе сказал, отвали от меня. Так, Профито, должен я замочить этого Профита. Нет, да что такое? Он сейчас взорвет, смотрите, сейчас его стены-то... Оп! Goodbye, Profito. Вторая медаль за мой счет. Ага, вот здесь вот я тебя накумарю. Да какого лешего твоя циркулярка до меня достает? Иванушка, успокойся. Давай, быстрее. Ну, стенка. Да, не успели мы чуть-чуть. Так, что ж такое-то? Да почему у них такие мощные ракетницы? Мне это не нравится, ребята. Это первый опыт в игре и такой невезучий. Да как же так? Да что ж вы делаете со мной? Нет. Все, ребята, я прихожу с работы, обязательно делаю супер точилу и буду всех колбасить. И этого Никиту тоже, я его запомнил, и Вита. Ах ты какой хитрец, а? Ну ты смотри, что делает, а? Ну я КЛМН, блин. Да, игра должна быть веселая, очень озорной, а самое главное, что динамичная, понимаете? Динамичная, динамики, вот ну-ка, ну есть, я победил. 3 победы, это хорошо. Ну, этого я уже, наверное, не побежу. Ну что же, ребята, на этом я буду заканчивать эту игру. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами будем играть в эту игрушку. Я думаю, что она вам очень понравится, потому что мне она понравилась. Ну что же, до скорых встреч. Увидимся, не болейте и пока, ребятушки. Can't stop bounce.